всем. Сегодня у нас будет очень продуктивный диалог. Все предложения зафиксированы. Более того, здесь присутствует член Самского собрания, это политический орган, очень серьезный орган, ведет работу свою и законодателя. Так что все это не останется просто здесь говорить. Это будет судьба. Пойду дальше, выше. И я хочу сказать вам, знаете что? Представляете, я дочка. У меня братья моя. Вот я хочу всех спросить, а где мои самые, мои братья, будут охотиться? Почему они хотят отобрать их промысел, жизнедеятельность? Почему промысел? На котором они воспитывали своих детей. Семьям помогали. Это серьезные вещи, традиционные деятельности, охота, хозяйство, да. Но вы предлагаете, я не знаю, вас слушала, вы предлагаете вообще ликвидировать, закрыть охоту, запретить охоту на мусорную. Я буду хозяйство данное закрыть. Но наши страны тоже могут быть открыть охоту хозяйства. Пожалуйста, пусть они охотятся лучше дальше наравне с другими людьми. Посреди местные, которые пошли. Алена Ивановна.